Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанна Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванча Калпадару Васчаки Пасинд Бевач Патитанан Пабуне Бхавишна Вебхьо Намо Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хетгирим Ядки Патамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесвасаджа Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сварасватин Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катупадеше Гаурия Патрайшо Пракасанича Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагод Бараньо Дейям Сада Парибхавагнам Абишчадухам Титас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Битатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ядпада Паллавана Качандамани Чатая Виспуржита Кимапика Павадушвадарши Пурана Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакимам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламбита Бхужау Канука Бодату Сангитаной Капитару Камала Ютакшу Вишам Бару Дижавару Джугадхар Бапалу Банде Ягат Приякару Каруна Батару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Таба Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупе на сада наранам Ганга таранга раманья джата калапам Гаури нирантара бибуши тобам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джошо Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаши Ясястехиде Самбид Твам Нишимхамам Баджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам,
Рам Рам Хари. Брахманам сахасребьо шатраджи вишишвати шатраджи сахасребьо сарва веданта парагаха сарво веданта видкатья вишну бхакто вишишвати вишнабанам сахасребьо экантеко вишишвати брахманам сахасребьо Шатраджи Вишишвати, Шатраджи Сахасребьо, Сарва Веданта Парагаха, Сарва Веданта Видкатья, Вишну Бхакто Вишишвати, Вайшнаванам Сахасребьо, Экантико Вишишвати. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханто, Сарасвати Госвами Тхакур, Джагадгуру Прабхупад told. Гауди Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что не предложив все лотосным стопам Гурупад Падмы, настоящей дикши невозможно. Гауди Гоштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что не предложив все лотосным стопам Гурупад Падмы, Садгурупад Падмы, это невозможно достичь Дивья Гьяны, Божественного Знания. Даже Канда Гьяны, здравого смысла, нельзя развить такая ситуация. И вот Гауди Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что с помощью частичного самопредания люди не могут обрести дикшу Дивьягьяну, только какое-то сукрити они получают. И на самом деле, и вот Шрила Прабхупад говорит, что сарватмана ашрита падам мы не можем это удовлетворить это условие. И вот Шрила Прабхупад говорит, чтобы построить жизнь в преданности, в начале всего и вот есть 64 практики преданного служения. Главное, что мы должны сделать, это принять прибежище лотосных стоп Гурупад Падмы. И чтобы начать нашу жизнь баджани совершенным образом, вот вначале мы должны принять прибежище лотосных стоп Гурупад Падмы. И Рупа Госвами Бхактира Самрита Синдху говорит в этой шлоке «Адоу Гуру Падашрой». И вот люди не понимают значения настоящей подлинной дикши. Они в замешательстве. И те, кто проповедует, они тоже пытаются как-то запутать людей, чтобы те не узнали об абсолютной истине. И, к сожалению, сейчас такая ситуация. И вот, чтобы построить жизнь в преданности, нужно принять прибежище у Гурупад Падмы. И это одна из практик баджана. И одна из 64 практик баджана. И мы вначале всего должны принять прибежище у Гурупад Падмы. Это главное, это очень важное, без чего все наши аскезы и все остальное, оно будет бесполезным. И мы не сможем получить должного результата. Но когда Рупа Госвами Пад говорит эту шлоку, что он имеет в виду? Мы в замешательстве. Кто-то говорит, что уже получил дикшу, но Рупа Госвами Пад говорит, вот Адоу Гуру Падашрой. Вначале, если вообще вопрос самопредания возникает лотосным стопам Гуру Пад Падмы, то тогда Гуру Пад Падма, он антарьями, он вездесущ и всезнающ, то он то Баладев впоследствии может организовать вашу дикшу после. Но в начале всего вы должны принять решение, что
я должен принять прибежище у этого конкретного садгуру, так или иначе, как Нарутам Такур. Когда Нарутам Такур, он хотел получить дикшу своего Гурудева, они вечные спутники Махапрабху, но все же он явил такую лилу, что Нарутам, он хотел получить дикшу у Локанатха Госвами. И Шрила Прабхупад также, он решил получить посвящение у Гор Кишвар Бабы. Они все, конечно, вечные спутники Верховного Господа, но все же они показывают нам такую лилу, через которую что они хотят показать, то что, как в те прежние дни, те, кто дочери царей, у них был выбор. Они были вольны выбрать своего мужа. Так много царей, все их дочери следовали этому обычаю, но... И вот на собрании этих кандидатов мужья, это дочь царя, она того, кого она выбрала сердцем, она дарила гирлянду ему. Вот это был знак. Вот раньше такая система была. И Сита Деви, смотрите, случай с Ситой. Или случай с Драупади, со всеми. И вот так все время была такая система, сейчас поменялась, к сожалению. И также я могу привести пример. Капилджи Махараджа, его мать была Девахути, отец Кардама Риши Девахути, она уже, после, когда услышала о славе Кардама Риши от Нараджи Махараджа, она решила, что примет его как своего мужа, уже решила, и таким образом Ману Махараджа был вынужден исполнить ее желание, и вот он привел ее в Баджана Ашрам этого Капилы, точнее Кардамы. А почему я даю такой пример? Для того, чтобы вы поняли, что Гуру Чарана Ашрой, значит, перед тем, как получить мантру от Гуру, сначала вы должны принять Гуру. И также можно вспомнить, я говорил о Сиддханте Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Шрила Бхактивинода Такура говорил: о люди, вы не должны быть заняты процедурой дикши, не спешите. Смотрите и ждите и смотрите. Нитянанда Баларама, они все организуют. Если вы разовьете такую чувствительность, то нет никакой проблемы. Баладев, он поможет вам, и вы получите достойного гуру Падпадму Садгуру. А если вы будете пытаться выбрать кого-то, то может быть великая проблема в этом, и поэтому, может, в этой жизни вы не сможете получить Садгуру из-за того, что наша сукрити недостаточно зрела, и его не хватает. Все равно мы должны ждать, а не пытаться получать дикшу от первого встречного поперечного. Поскольку такой, если мы примем прибежище у мошенника, то этот гуру-обманщик, и вы в итоге в ад попадете. Ну, имею гуру со своими последователями, такой ложный гуру. И поэтому лучше ждать и смотреть, чтобы не ошибиться с выбором, иначе может быть большая проблема. Но, к сожалению, многие теряют терпение, бегают туда-сюда. И вот мы можем посмотреть на случай Нарутама Такура. И вот вначале всего мы должны принять Гуру Падпадму сердцем, услышав его харикатху и услышав о его характере.
и это и он и мы почувствуем реакцию в нашем сердце, и наше сердце одобрит, даст нам зеленый свет для принятия прибежища у этого конкретного гуру на 100%. Но сейчас, если мой гуру Падма не дает, ну, имеется в виду какой-то этот непонятный гуру, если он не дает нам каких-то удобств, возможностей, то такого гуру часто оставляют, принимают более удобного гуру. И, к сожалению, сейчас такая ситуация. Если гуру Падма не принимает наши неправильные сиддханты и характера, то часто люди оставляют такого гуру. И в моей жизни тоже я такое наблюдал, много каких-то лицемеров приходило, но они не могли не находиться долго. Но и сейчас для таких лицемеров, для них невозможно ко мне приблизиться. И вот так тоже случалось в моей жизни, что кто-то меня уважал как гуру, поклонился мне, когда сказал какие-то такие вроде бы простые вещи, они очень обиделись. И вот когда я говорил, начал говорить о сиддханте, такие люди, они вот не смогли следовать мне. И есть это, конечно, такие люди, они майвади, которые каждые 5 минут меняют гуру. Кто-то может быть выбрат ачарьи каким-то гуру, но... Вот Махарадж говорит, что если Гурудев сделал кого-то ачарьи, то этот выбранный ачарья не должен относиться к матху и ко всему остальному как к своей собственности. Это неправильно. Это майвади так делают. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, мы должны смотреть, ждать и смотреть, поскольку я говорю о том, что хотел сказать Шрила Прабхупад о ачарьятве. И вот тема та, что Шрила Прабхупад и его идеализм, его идеальный характер, его ачарьятва. Почему Шрила Прабхупад сказал, что выборами невозможно выбрать ачарью? Шрила Прабхупад много раз говорил и писал в своих книгах то, что никто не может научить кого-то быть ачарьей. Это невозможно. И мы также не можем найти недостатки в ачарье. Это в подлинном ачарье. Это невозможно, как и невозможно кого-то научить быть ачарьей. Это невозможно. Ачарья, он самопроявлен. И вот Шрила Прабхупад говорит, мы не можем пытаться научить кого-то быть ачарьей, мы не можем находить недостатки в ачарьях, изменять ачарью, отказываться от ачарьи, поскольку садгуру, он также сад-ачарья. И он всегда находится в своем неизменном положении, никто не может как-то выгнать его с его положения, это невозможно. И вот садгуру все время, я могу сказать, согласно Шриле Прабхупаде, садгуру никогда не может быть избран, и нельзя научить кого-то быть садгуру или выбрать ачарью. Нету таких курсов ачарья, это невозможно. И вот Шрила Прабхупад говорит, это невозможно. С помощью выборов нельзя выбрать ачарью, это невозможно. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать, что вечный ачарьятва. И вот мы должны думать об этом, о вечной ачарьятве, поскольку такие временные ачарьи могут быть, они могут явить какую-то ачарьятву, но через какое-то время увидим его истинное лицо. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать, что те, кто
принимают ложную, те, кто принимают ложную дикшу, у кого нет полного стопроцентного предания лотосным стопам Садгуру, или может не у Садгуру принимают посвящение, то таким образом такая дикша, если мы заявляем, что мы получили дикшу, то такая дикша не имеет никакого значения. Она бесполезна, и тогда после такой дикши любые аскезы, которые вы совершаете, пожертвования раздаете, ведете себя правильно, совершаете киртан и харикатху, конечно, люди могут что-то думать, но Садгуру таким образом никогда не стать. И вот процедура баджана, не приняв прибежище у лотосных стоп чистого гуру, такая процедура баджана не может стать по-настоящему успешной. Не приняв прибежище, те, кто совершает шраван, киртан, смаран, они все вроде делают, но таким образом только сукрити люди могут набрать, ничто иное. А чтобы получить бхакти, невозможно без принятия прибежища у подлинного садгуру. И вот люди таким образом, они сукрити получают, если они не приняли прибежище у подлинного садгуру. И такая не настоящая дикша, она не может помочь вам пересечь этот материальный океан страданий. И тогда нужно будет ждать следующую жизнь, если вы не совершили никакого оскорбления, ну и смогли родиться в человека, имеется в виду. И тогда, по милости Нитянанды Баларама, у вас будет возможность принять прибежище у Садгуру, чистого вайшнава. Поскольку процедура дикши, мы должны очень подробно с различных точек зрения обсудить это все. И вот Гурудев, он не отличен от Сакшат Хари, Твина Самаста Шастра, от самого Хари, а Чарьямам Виджаньят и такой великий преданный Гурупад Падма, он никогда не... И вот настоящий Гурудев не позволяет такой дикши, не совершает такой дикши, в процессе которой у ученика остаются его грехи и последствия этих грехов. Садгуру должен иметь такую силу, чтобы сжечь все последствия греховных и прочих действий своих учеников. А если такой гуру не может сжечь последствия своей кармы, то как кому-то может даровать прибежище? Это большой вопрос. И вот Шрила Прабхупад говорит, не предложи все, как в этом киртане. И вот мы должны... То есть у Кришны непосредственно нельзя принять прибежище, а можно принять прибежище через подлинного гуру, его представителя. И не приняв прибежище у подлинного истинного гуру, садгуру, это невозможно принять прибежище у Нанда Кишора. И хотя вот в этом киртане говорится, что нужно принять прибежище у Кришны, но мы должны быть очень осторожны. Если мы не сможем осознать этого, и вот эти слова значат то, что мы должны предложить все наше тело, ум, речь,
и все остальное, что у нас есть, мы должны предложить это лотосным стопам Гурупад Падмы. Но это не значит, что Гурупад Падма заберет у вас все. Гурупад Падма, он... То есть это не значит, что Гурудев заберет вашу недвижимость и выгонит из квартиры. Это не так. Но в уме физически полностью мы должны предаться лотосным стопам Садгуру. Можно вспомнить, достаточно давно я говорил о том, что Джагадгуру Шанкар Бхагаван, он говорил Деви. И вот Махарадж пример шлоку приводит о том, что шлока есть такая, что полно обманщиков, которые забирают только богатство и деньги у своих учеников, но таких, которые забирают их грехи и последствия грехов и все проблемы, таких практически нет. А Садгуру, он настолько могуществен, что он может видеть все, может осознать, какую любовь вы имеете в вашем сердце, или что вы делаете на показ без должного чувства. Они видят, кто искренен, а кто лицемерен. И вот Махарадж приводит пример, что у Кришны есть воля, сила воли, а Баладев, он делает все остальное. Кришна... И если по воле Кришны, Кришна хочет, чтобы Баладев его не узнал, то это так и происходит, как и Садгуру также что-то может какое-то время не знать по желанию Кришны. Но это не значит, что Гурупад Падма не Садгуру. И вот, не приняв прибежище у лотосных стоп Гурупад Падмы, никто не может принять прибежище у Кришны. Это невозможно. И вот в Чайтанья Чаритамрите описывается: те, кто принимают прибежище у Садгуру, служить Кришне, они могут обрести, если они достаточно искренне, они непосредственно обретут благо, а те другие, а другие люди, которые не приняли прибежище или приняли прибежище у какого-то гуру лицемера, они обречены на смерть. И поэтому здесь говорится, но все же, если мы приняли прибежище у Садгуру, Кришна нас не оставит. Может, мы не совсем успешны, но все же, а те, кто приняли прибежище у ненастоящих гуру, те, кто сами лицемеры, те, кто не думают о принятии прибежища у подлинного гуру, и такие люди, они обречены на непрерывные циклы рождения и смерти. И поэтому, зачем мы рискуем, зачем мы настолько глупы, зачем мы ждем так долго, почему бы не посвятить эту жизнь, чтобы предаться подлинному гуру. Шанкарачарья также пишет в одной сутре, Махамудар сутра. Пунарапи джананам, пунарапи маранам.
И вот снова и снова мы можем рождаться и рождаться и умирать. Кто знает, кто станет нашей матерью в следующей жизни. И поэтому зачем нам рисковать, если в этой жизни у нас есть возможность достичь духовного мира, то почему бы не воспользоваться ею? В английской философии есть такая пословица, то что если золотая возможность приходит иногда, она не всегда приходит. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, если кто-то получает дикшу от так называемого гуру, кто не что такое дикша? Садгуру, он вначале сжигает все последствия наших действий благодаря нашему самопреданию, и после этого Гурупад Падма может взять нас за руку и привести к ведам. И вот перед ведами, а если Гурупад Падма не приводит к нам, нас к ведам, это не настоящая дикша, Шрила Прабхупад говорит. Садгуру всегда смотрит те, кто приходит к нему. Он смотрит на состояние этих джив, не так, что каждый, любой встречный, поперечный может получить дикшу, нет. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что мы не будем имеется в виду, что из-за того, что мы не следуем правилам и предписаниям Рупы, Санатаны и остальных госвами, поэтому такое осквернение происходит, что недостойные люди дикшу получают, поскольку перед тем, как получить дикшу или принять, или дать дикшу, с обоих сторон, эти обе стороны должны подумать о Сиддханте Шастра. Что нужно делать, что не нужно, и как делать, и все мы это должны сделать в соответствии с наставлениями шастр, что делать, что не делать. Мы не можем полагаться на свой беспокойный ум, мы должны полагаться на шастры. И вот согласно наставлениям Шрилы Прабхупады, я хочу обсудить Шри Гуру Сварупу подробно. Может, сегодня времени мало, но Шри Гуру Сварупу я хочу обсудить детально. И вот вы можете вспомнить, я раньше сказал из Шри Чайтаньи Чайтамриты, и вот тот, кто Таттва-Ветта, тот и Гуру, и мы должны обсудить Гуру Сварупу детально, иначе мы будем страдать от последствий нашего невежества. И вот таким образом можно вспомнить, я говорил раньше о Парикшит Махарадже. И вот я говорил о качествах Парамахамса Гуру, Матхьямадхикари, Уттамадхикари. Вы можете вспомнить, я хочу напомнить вам и еще я хочу рассказать о качествах Садгуру. И не только это. Кто-то может просто сказать, что... То есть сухой философии здесь мало, нужно что-то делать. Я могу привести пример из Писания. Однажды ученик Рамануджачарьи предложил лотосным стопам Садгуру все, как Нарутам Такур. И в Махабхарате, Рамайне и различных Пуранах мы знаем,
как мы можем предложить все, но мы всем сердцем должны предложить. Но это не значит, что Гурудев заберет всю нашу собственность, но если понадобится, мы должны даже жизнь принести в жертву ради Гурудева. Это называется Гуру Дикша. Никто не говорит об этом, но я не могу говорить лжи, поэтому говорю, такая процедура подлинной дикши. Если Гурупад Падма доволен нами, то тогда никто не может остановить нас и принести какой-то вред. Если Садгуру доволен нами, то тогда говорится, даже то тогда суть всех шастр явится в нашем сердце, и никто не сможет препятствовать этому, поскольку Гуру Шакти – самая наивысшая Шакти. А эту шлоку я могу в следующий день обсудить, о том, насколько велика, настолько могущественна Гуру Крипа, милость Гуру, Гуру Крипа – это все и вся, даже различные могущественные мантры, что дакшар мантры и прочие, они очень могущественные, но все же есть процедура, что без Гуру Крипы мы не сможем стать успешными. Благодаря Гуру Крипе все возможно, что невозможно, нет ничего невозможного. С помощью милости Шри Гуру, если мы обретем полную Гуру Крипу, кто сможет остановить меня? И вот я хочу напомнить вам, поскольку времени мало. Я говорил о Каништа Адхикари. И вот Пракрита Бхакта, тот, кто совершает арчану, но не имеет веры в Гуру и Вайшнава, также Мадхьяма Адхикар, Каништа Адхикар. У Каништи три этих стадии, начальный, средний и высший. И вот есть различные, вот есть различные виды, конечно, первого, второго и третьего высшего уровня. Мадхьяма Адхикари, у него есть те, кто игнорирует демоническую. Вот Мадхьяма Адхикари, он ведет себя по-разному по отношению с различными людьми, с чистыми преданными. Он дружит, младшим помогает развиваться, с равными дружит. И чистые, и вот чистые преданные, они и так дружат с равными себе. И помогают младшим, и таким образом могут обрести какую-то милость, помогая старшим. А те с теми, кто против Гуру Вайшнавов, они избегают их. И также я хочу сказать, что Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур, Шрила Кешава Госвами Махарадж, они все Парамхамса Гуру. Но для, они для проповеди читания Вани, они снизошли на этот уровень специально, внутри они все парамхамсы.
Но если они не утвердятся на более... Вот как Шукадев Госвами, он лучший из Парамхамс, но он очень плохо отзывался о материалистах. И вот так там можно найти даже Шукадев Госвами, кто не просил ничего ни у кого, все же он жестко говорил о лицемерах, о материалистах. И вот Парамахамса обычно не находит никаких недостатков ни в ком. И Шрила Прабхупад, и Бхактивинода Тхакур, Садгу и Вайшнава, они также не находят никаких недостатков других. Но все же, чтобы дать нам урок, они должны показать нам позитивное и негативное. Они делают это не из-за их зависти. Такого нет у них. И поэтому, показывая что-то, они не получают последствий за это. А Шрила Прабхупад говорил... Мы не должны находить недостатки в ком-то в этом материальном мире, поскольку если мы будем критиковать кого-то, мы человека, находящегося в океане Майя, когда мы критикуем, мы вынуждены думать о нем. И, а когда мы критикуем такого человека, то на это время мы отклоняемся от лотосных стоп Гурупад Падмы и Кришны, но мы не можем брать на себя такой риск, поскольку если умрем в это время, то будем страдать от последствий этого. То есть, если мы будем думать о каких-то плохих людях, то в момент смерти, если мы будем думать о них, то ничего хорошего нас не ждет в этом случае. А если вот мы умрем в этот момент, то, соответственно, получим то, о чем мы думали. Пракрити и Пуруш. Это тема Санкхья-йоги. Я не могу говорить о ней во время обсуждения Бхагаватам. Я говорил на эту тему, сейчас не буду ее заново затрагивать. И вот относительно Санкхья-йоги есть 24 или 26 или максимум 28 татв. Панча Карминдри, Панча Гьянендри, Панча вот все остальное. И вот первое, Гурупад Падма, Садгуру Вайшнава, они никогда не критикуют никого. И хотя Садгуру Вайшнава, они позитивные и негативные, они дают нам позитивные и негативные примеры, чтобы мы что-то узнали о татве, и поэтому они не получают никакой критики за то, что пример, в пример кого-то приводят в положительный или в отрицательный. И вот и вот если преданный стал Бхагаватой, есть там тоже три уровня Махабхагавата. То есть как с такого начального уровня, среднего и высокого. Вот есть три уровня этих Бхагават. И будьте уверены, что вся наша Гурварга, они не обманщики, они парамахамсы.
не Парамахамса Гуру, но чтобы дать нам наставление, они снизошли на этот более низкий уровень, чтобы обсудить позитивные и негативные вещи для нашего блага. Они снизошли на этот уровень и говорят об этом. И это не критика, если они указывают на чьи-то недостатки. И Тулсидас также говорил об этом. И вот он говорил такие слова. И так или иначе, Садгуру, он дает нам урок, что делать, что не делать. Это не критика. Это для нашего блага он все это делает. И Парамхамса – тот, кто может видеть присутствие Верховного Господа везде. And here also it is written, different kind of, you know, documents are given. Now, then after that I can go back to Parikshit Maharaj. И вот сейчас я хочу вернуться к Парикшит Махараджу, к той теме, когда я говорил о том, как нужно принимать прибежище, какова процедура, как принять настоящее прибежище. И вот здесь говорится, Грихитопи индир артхана джуна дешти на хиршати. Дурджатан going to insult. So all is insultive attitude. But Бидурджи Махарад not at all going to mind anything. Okay, his man actually, you know, doing. Дурджатхана, он оскорблял Видуру, но Видура не придавал значения этому. And eyes can see all good and bad picture, everything, all everything. So, grihita opinion and the tongue can take sweet ball or paramanda, anything. So, grihita opinion. И вот различные органы чувств они испытывают свои соответствующие вкус своих соответствующих объектов, как нос, обоняние, глаза видят какие-то образы, язык вкус чувствует. Items, you know, which is, you know, which can be enjoyed by any sense organ, like ear. You can hear something. So grihitvapi indir arthano yo no deshti no hishyati, who is not going to express any hatred, or he is not going to express any enjoying mood, then bishyari sure is mahabhagavad. Vishnu or maya vidhapasthana. Тот, кто не привязан никаким объектам чувств и их этим, и к тому, чем эти объекты чувств наслаждаются, кто безразличен ко всему. Very okay. For infinity pure, those kind of guru can go to hell and those disciples. Only they know politics. Но Махарадж говорит, что иногда, к сожалению, происходит так, что в храмах занимаются какой-то политикой, а на публике говорят какие-то красивые вещи, но сами не понимают и не следуют, и в их этих храмах такой же беспорядок. Now I am going to give the third evidence, then I can go to the Parikshit Maharaj to give evidence that Parikshit Maharaj is not at all bonded soul. That's why I am discussing. There is a symptom. И сейчас я приведу доказательство того, что Парикшит Махарадж не является обусловленной душой. Dehendriyo pranamano dhiyam, by body's pujan mind, anyhow, anytime, any situation, речь и тело,
during the time of trouble. Suppose you are not getting water. Oh, there is no drinking water. Where to go? I can die. You know. Вот Махарадж говорит, что трус умирает много раз перед настоящей смертью. If Harin running and from backside some hunter running, Harin, you know, for some little, he expected he is going to. Вот Махарадж приводит пример, что эти олени очень пугливые. И вот некоторые преданные тоже очень пугливые, что вот тут недавно один преданный заразился коронавирусами, уже к смерти приготовился. Но я сказал ему, что трусы много раз умирают перед настоящей смертью. Dehendriyo prana mano dhyam yo janma payakhut bhayatar sakrichvai samsara dharmai ravimichyamanah smritta harer bhagavat padanah. In this material, staying in this material world, находясь в этом материальном мире, тот, кто не привязывается к телу, к органам чувств, к уму, Jammu is not going to show any reaction of his birth, anything, or due to appetite, kudha, trishna, thirstiness, boy, fear, Тот, кто не повержен, не повержен жажде, страху, и вот все эти вещи, они не касаются сердца чистого вайшнава. Все эти материальные переживания, они не затрагивают сердце чистого вайшнава, поскольку он всегда держит Верховного Господа в своем сердце. Он буквально заключил Верховного Господа в своем сердце. И если Верховный Господь в его сердце, то что ему бояться? Он всегда думает о Хари, о круглосуточно он думает о татве, о харикатхе. Нет такого, что он в другое время думает о чем-то постороннем. Rajitatmo surad vir vimigrat na chalati bhagavat padar vindat lavo nimeshardham upi yah sa vaishnavagraha. He is topmost vaishnava. Тот лучший из вайшнавов. Будьте уверены, кто не привязывается, не чувствует влечения, даже кто-то может предложить все три мира сваргу, все три мира, чтобы тот вайшнав контролировал их. Но вайшнавы, они относятся к этим богатствам, к даже каким-то очень великим богатствам, как к мусору, как к чему-то временному. Controlling power of the three worlds, Sarga Matra Pata, still he cannot, he is not going to feel any reaction. Но вайшнава не чувствует никакого влечения к этому, поскольку они непрерывно думают о Верховном Господе. И кто почувствует великолепие Верховного Господа, то как? The enjoyment of matters.
он будет стремиться к наслаждению материи. Материи это невозможно. И такие вайшнавы, они даже на миллиметр не отодвигаются от своей цели, от Харибаджана. А как это мы можем понять? Только те, кто вкусили подлинный вкус к Харибаджану, они знают, как помочь другим достичь освобождения. Если мой Гуру Падма доволен мною, то я и Гуру Падма можем чувствовать, а другие люди не могут чувствовать. Это невозможно. И вот тот, кто такой Садгуру, что такое баджан, такие сокровенные вещи. И тот, кто не меняет свои устремленности к баджану, как Санатан Гасаю, предложил тюремщику большую взятку. Сначала он какое-то количество золотых монет предлагал, а тот говорит, что царь может узнать, потом 3000 предложил монет, вот сказал, царь может узнать, и вот я не знаю, что делать. И Санатан Госвами сказал, что скажи царю, что ты пошел этого. Что ты отпустил меня в туалет сходить, и ты внезапно прыгнул в Гангу и утонул там. Можешь так рассказать. И этот тюремщик думал, потом Санатана предложил ему 5000 монет, и тот быстро надумал. Но гуру вайшнавы, любое количество наслаждений, пратишти, славы, почести можно им предложить, но их позицию невозможно изменить. И поэтому вайшнава невозможно приманить никакими приманками. И мы будем говорить о том, как это возможно, что Парикшит Махарадж, он обеспокоился из-за какой-то жажды и голода. Хотя говорится, что жажда и голод, они Махабхагавату, великого вайшнава, никак не могут побеспокоить. Жажда или голод они никогда не могут как-то побеспокоить вайшнава. И как это можно думать, что Парикшит Махарадж был обуен жаждой и голодом, и вот разгневался на этого Самик Муни и повесил мертвую змею ему на шею. И таким образом это невозможно было для Шука, для Парикшита Махараджа. И какие признаки садгуру, мы, надеюсь, немного поняли. Садгуру – это не шутки. Нельзя взять, типа, сделать садгуру на нашей фабрике или кого-то, научить быть садгуру – это тоже невозможно. From heart you will have to accept Gurudev before taking. Сердцем мы должны принять Гурудева перед тем, как получить дикшу. Это называется адоу гуру падасроя, не так, как сейчас происходит, наоборот. То есть сначала дикшу получают, а потом, ну а потом, как правило, никогда не принимают прибежище у садгуру.
Но Шрила Прабхупада запрещал это. Это было запрещено. Кто-то ради славы, почести, уважения раздает дикшу всем подряд. Но Гурудев не может, подлинный гуру, Дев не может такого делать. И вот перед тем, как получить дикшу, мы должны чувствовать огромное влечение к Гурупад Падме, огромную привязанность, огромную любовь. И это называется Адоу Гурупада Шрой, как для целомудренной женщины. Была такая процедура, что они выбирали себе мужа сами, женщины выбирали мужа согласно своей природе. И вот в начале всего это... То есть Махарадж рассказывает, как мы должны принимать дикшу. Если кто-то хочет доказать им, что он более милостив, чем Рупа Санатан, Джива Госвами Пад, Бхактивинода Такур, то такие люди будут наказаны. И если дикша организуется неправильно, то тогда много проблем в обществе возникает все больше и больше. Diksha and Guru Giri, Acharyaship and Discipleship. И вот и через это такую процедуру неправильной дикши ничего хорошего не происходит. Но как это остановить? Поскольку обычно люди очень глупы и не понимают очевидных вещей. Что же делать, если кто-то хочет умереть, то пускай умирает. Я просто могу говорить Харикатху, если кто-то поймет, то это будет очень хорошо. И вот таким образом Гурупад Падма, Садгуру, он никогда не организует дикшу. Оставляя результаты прежней последствия прежней греховной жизни своих учеников, такого не может быть. Если бы Гурупад Падма оставлял последствия этих действий своего ученика, то это не дикша, это проституция называется. Я уже говорил на эту тему. И Шрила Прабхупад также говорит об этом. И вот Гурупад Падма, если до тех пор, пока Гурупад Падма, он, пока, если он успешен в том, чтобы привести ученика к Веде, к абсолютной истине, то если он не способен сделать это, то процедура его дикши неправильна, она дефективна, и мы не можем признать и что такое дикша настоящая, если она не приводит к абсолюту, к ведам. И мы не должны поощрять такую ложную дикшу. И мы должны быть, нам стыдно должно быть за тот факт, что как мы теряем наше имя, славу, положение и всю славу Гаудия, общество, какие-то предатели, мошенники, они стремятся к лабхе, пуджи и пратиште, они готовы продать все за это. И Шрила Прабхупада говорил, я в тот день уже говорил об этом. И я уже говорил, что те, кто проповедует, дают дикшу тем, кто недостоин, просто чтобы собрать и имя, славу и почести, популярность набрать. И если такие люди нелегально увеличивают количество своих учеников и тем временем критикуют чистых гуру вайшнавов, которые говорят абсолютную истину, то такие люди обычно называют вайшнавов не имеющими милости, что они дикшу никому не раздают. А себя они выставляют как очень милостивых, что раздают просвещение налево и направо всем подряд. И Шрила Прабхупад говорит, что такие люди последствия своих этих деяний
получат. У нас нет права говорить что-либо неправильно. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто отвернулись от служения, somebody can play some drama in front of Sadhguru. I have done 5 years, 6 years, I was serving Sadhguru. Кто-то может заявлять, что служил 5 или 10 лет Садхгуру, но где результат этого? Кто-то говорит, что 20 лет служил Садхгуру, и что действительно так. Где же результаты этого? Если вы служили Садхгуру, то это никогда не будет зря. Кто-то вот заявляет, что 20 лет служил Гурудеву, и пенсия ему за это нужна, хочет стать таким пенсионером, ачарьей, то, конечно, он может стать, но потом... Что случится? То есть ничего хорошего не случится. И поэтому я никогда не поверю, что Садхгуру может так сделать. Садхгуру, он не глуп, он знает все. И таким образом, те, кто отвернулись от Севы, нету никакого настроения служения у таких людей, если они какие-то аскезы совершают, то это... Бессмысленно. И вот те полубоги, они тоже совершают аскезы и демоны, но с помощью аскез невозможно достичь Господа, только благодаря служению Ему. Это единственная процедура. И таким образом я говорил, что перед тем, как получить дикшу, вначале мы должны принять прибежище у Садхгуру, мы в уме, вначале в уме сердца мы должны принять Садхгуру. И вот вначале мы должны принять прибежище у Садхгуру, слушая Харикатху, смотря на их идеализм, и потом вопрос возникает принятие дикши и всего остального. Это сказал Рупа Госвами Пад, но, к сожалению, некоторые не следуют этому и обманывают людей, как вот Майавади делают, сразу тысячи людей дикшу дают через громкоговорители, всем и сразу. И, к сожалению, сейчас тоже такая ситуация происходит, но у нас нет времени спорить с ними. Те, кто искренне, не могут осознать это, иначе у нас нет времени спорить с ними. И вот можно вспомнить та шлока, которую я хотел обсудить. И тысячи брахманов. И вот среди тысяч брахманов очень мало тех, кто эксперты в яге.
И вот среди тех, среди тысяч тех, кто сведущ в совершении жертвоприношений, среди них очень мало тех, кто знают подлинный смысл веданты. И среди тысяч тех, кто сведущий в веданте, преданных Вишну, очень мало, они очень редки, это их особенность. И если мы будем, сможем осуждать Рамананда Самбад, то постепенно я покажу, как, насколько, как мы можем достичь это стать рупанугами, которые занимают очень высокое положение. Мы не хотим говорить об этом перед обычными людьми, о рупанугадаре и других сокровенных вещах. Его здесь говорится, что Вишну Бхакта, он очень редок, и особенность, в чем его? И вот те особые вайшнавы, они, кто всегда думает о лотосных стопах Верховного Господа, те, кто думают и ищут благо для всего мира, они подлинные вайшнавы. Их уровень вишнабхакта очень высок. Они уникальные силы имеют. И вот, несомненно, они особы, и таким образом, смотрите, вайшнавы, они и очень редки. Я говорю о Сиддханте Шрилы Бхактивинода Тхакура. Так называемые преданные пришли и говорят, вот у Махараджа я пригласил 200 вайшнавов на свой праздник, а Бхактивинода Тхакура удивился, где вы 200 вайшнавов нашли. Тут одного вайшнава найти – это большая редкость, если во всем материальном мире пытаться найти, выяснится, что может 2-3, ну 4 может быть чистых вайшнавов в Сарасват Гауди Сампрада, и таких чистых, как Шрила Прабхупада, это очень и очень редко, и гарантии мы не можем дать, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, мы ищем чистых вайшнавов, а вы целых 200 нашли, как вы их нашли? Вайшнава татва очень редка, но люди думают просто носить тилаки малу, но этого очень мало. Кто-то может наслаждаться жизнью под в виде саньяси, брамачари или грихасхи, но все зависит от нашего желания служения, нашей склонности к служению. И вот сейчас мы поняли, что Парикшит Махарадж, он не мог так сильно страдать от жажды или голода, но так получилось. И потом Парикшит Махарадж, когда возвращался, он думал, как это возможно, что у меня, я стал себя вести, я всю жизнь уважаю гуру вайшнавов, Бхагавана, почему, как это случилось, что я совершил такую ошибку. Это значит, что Парикшит Махараджа невозможно было совершить такую ошибку, а только из-за влияния йога майи он это сделал. И таким образом Парикшит Махарадж, мы не можем сказать, что Парикшит Махарадж обусловленная душа. Кто-то такую идею предполагает, что из-за того, что золотая корона была на Парикшит Махараджи, то это Кали через нее влиял, но это неправильно.
Я уже говорил об этом. У Парикшит Махараджа есть уникальные качества, и таким образом мы и по этим качествам можно видеть, что Парикшит Махарадж не был обусловленной душой, он был чистым преданным, но явил такую лилу, чтобы дать нам урок. И вот сейчас Парикшит Махарадж в... И вот в шастрах говорится, различные ачарьи, они показывают различные достижения в своем баджане. Они уже достигли успеха, но все же они показывают нам свои достижения. И вот говорить Харикатху, Шукадев Госвами, он показал идеальный пример, как говорить Харикатху и как слушать. И различные виды идеалов можно в различных видах баджана найти. This way I can prove nine different kind of folds of bhaktis are there. This way actually Parikshit Maharaj. И вот Парикшит Махарадж, если Парикшит Махарадж, он покажет идеализм Шравана Бхакти, то он тоже будет гуру. Почему нет? Почему? То есть Парикшит Махарадж явил с собой пример, как нужно слушать идеальным образом. Видура Махарадж никому, может, посвящение не давал, но все же на 100% Видура, он садгуру. Видура. Он садгуру, нет никаких сомнений в этом. Может Дурьотхан оскорбить его, но все же мы вынуждены сказать, что Видура — это садгуру. И вот мы должны быть очень осторожны на эту тему, кто такой садгуру, кто нет. И вот Бхактивинода Тхакур говорит в Саджана Тошине, чтобы исправить все проблемы, которые возникают в вайшнавском обществе, это обязанность садгуру. Обязанность садгуру исправить все неправильную сиданту, неправильные этикеты и все остальное, что происходит в обществе. Если таким образом мы какие-то проблемы возникнут, с какими-то обманщиками, то это все равно пойдет. Мы не можем игнорировать это, мы должны решить эти проблемы. И вот когда я принимаю Гурудева как духовного наставника, тот, кто говорит о бхакти, как мы можем ожидать, что он может быть обусловлен душой? Это невозможно. И вот сейчас я хочу вернуться в нашу прежнюю тему. Можно вспомнить, я говорил о том, что Парикшит Махарадж, он вынужден был дать место Кали в своем царстве. Кали молился Парикшит Махараджу: «Куда же мне пойти? Я тоже твой подданный, дай мне какое-то место, где я могу жить. Я, несомненно, буду следовать твоим указаниям». Парикшит Махарадж дал какие-то места Кали, но ему мало было. И таким образом я могу напомнить об этой шлоке с Бхагаватам. Gambling, drinking, woman association, Joshi Shanga actually, she association, Shuna, Prani, Hingsha,
И вот это убийство живых существ, азартные игры, одурманивающие вещества, незаконные отношения с женщинами. И вот эти три вида адхармы там и кали находятся там. Если у кого-то есть такие дурные привычки и такое происходит, то Then Parikshit Maharaj said, okay, punascha jachumanayo yata rupam adat prabhu. Then repeatedly he is requesting, oh king, I cannot и вот Кали просил, что места ему мало, давай еще какое-то место. И Парикшит Махарадж позволил находиться в богатстве, золоте и драгоценностях и прочих подобных вещах. Поскольку если и вот там, где Кали, все другие плохие качества, как зависть, жадность, вожделение, гнев и прочее, они появляются там, где находится Кали. Ложь, бесстыжие. Ну и прочие плохие качества, они возникают. И вот после этого говорится, и вот заключение в том, что и поэтому запрещено для тех, кто набожные цари совершают баджан. Они не должны наслаждаться этими вещами, в которых пребывает Кали. И те набожные цари, гуру, они не должны наслаждаться этими вещами, где пребывает Кали, иначе они не смогут действовать как гуру. И таким образом мы должны понять все. Кто такой садгуру? Шрила Прабхупад говорит, признак подлинного садгуру в том, что у него уникальный баджан, уникальное настроение баджана. Если вы видите, что круглосуточно он готов говорить харикатху, не чувствует усталости, и таким образом без такого, вот есть такой подлинный гуру, никогда не устает говорить харикатху. Это один из признаков садгуру и вайшнавов, и таким образом мы совершаем свой баджан, но настолько глупы, что не знаем, как применять эти шлоки с Бхагаватам в своей жизни. А если в каких-то в так называемых гуру пытаться применить эти шлоки, то мы увидим, что что-то не так в жизни этих гуру. Это будет автоматически ясно, что он ложен, поскольку Шрила Прабхупад говорит уникальное настроение баджана. Садгуру – это его идеализм, его безупречный характер, и вы автоматически поймете, и мы день и ночь принимаем прасад гуру и вайшнавов, но нет результата. И я сказал уже
почему в тот день, где Парикшит Махарадж говорит: «О Прабху, мы можем победить твою майю очень просто». И вот с помощью служения прасаду мы можем победить майю. И у садгуру есть некое чувство вайкунтхи. Если мы посмотрим на чистый гуру вайшнавов, мы осознаем просто, мы увидим, что они как будто потеряны в каком-то другом мире. У них есть чувство вайкунтхи. И вот есть вайкунтха бхава у садгуру, а если нет вайкунтха бхавы, то это не садгуру, а какой-то лицемер. И вот Бхактивинода Тхакур в Амрита Прабхасе, я могу сказать шлоку из читания Чайтамриты. Есть наставление Махапрабху. Махапрабху сказал перед нами, Рагхунат Дас Госвами, значит, перед нами. И вот Махапрабху говорит, пытайтесь понять, я сейчас на бенгали буду говорить. И вот Махапрабху говорит: никогда не пытайтесь наслаждаться этим богатством царей. Махапрабху, мы... Mahaprabhu already told you, remember in front of Raghunath Das Gosai, И Махапрабху сказал Рагхунатху Дасу Госвами такие слова. Что нужно непрерывно совершать Кришна нам, не стремиться к изысканной одежде или к изысканной еде. И наслаждаться богатством, царским богатством, это тоже плохо. И также есть еду, которую дали какие-то наслажденцы, то это плохо. Like your tongue going to take sweet ball, whereas the eye is going to take the picture of a very naked picture of somebody this way. Oh, you know, Bishoyer onno gaile dushto hai mon. This way all your sense organ going to take. И таким образом все наши one or other different kind of things going to eat. So Bishoyer onno organ и чувства не употребляют свои эти соответственные объекты чувств. И вот когда наш ум, он оскверняется, то тогда он не может уже думать о Кришне, понимаете? Он уже не сможет думать о Кришне, это невозможно будет.
Если кто-то совершает асатсангу, то он теряет накопленное благо. И вот мы не можем говорить харикатху, если будем есть какие-то нечистые вещи или слишком изысканные. Я должен принимать мадхукари от вас всех, мадхукари. Значит, если вы даете что-то и не должны чувствовать никакой большой финансовой нагрузки, то чтобы это легко было отдавать. И вот еду до сегодняшнего дня, но Махарадж давно живет на мадхукари, на подаяние. Но Махарадж еще нет тех подаяний принимает, от таких материалистов не берет ничего. Но те, кто слушает харикатху, следует всему, он может принимать подаяния. Я как бы прошу милостыню, но милостыня сама приходит, и таким образом я поддерживаю свою жизнь. И эта шлока применима к тем вайшнавам. Вначале я хочу напомнить о том, что Махапрабху хотел сказать Рагхунатх Дасу Госвами. Это все для нас. Когда наш ум осквернен, мы не можем помнить Кришну, мы потеряем связь с Кришной. И если у меня нет прямой связи с той Вайкунтха-дамой, я не могу говорить харикатху. Могу что-то помнить, но потеря связи с трансцендентным миром, если она произойдет, то я не смогу говорить харикатху. И вот если я не смогу помнить Кришну, то тогда вся моя жизнь бесполезна. Она будет потеряна зря. И вот Махапрабху в этой шлоке говорит, он дает нам совет, и Шрила Бхактивинода Тхакура, согласно Амрита Прабхав Бхаши, Чайтанья Чайтамрити, Ади Канде, начале. И вот 12 глава, 50 до 53 стиха, там эти стихи. И вот Бхактивинода Тхакура в Амрита Прабхав Бхаши в комментарии, он говорит, и вот Вайшнава Ачарья Махапрабху, первый совет, данный Махапрабху Рагхунатху Дасу Госвами, и то, о чем я говорю, это для Камалаканты, была слуга Адвайты Госвами, такой Камалаканты его звали. И вот он был слугой Адвайты Госвами, когда этот Камалаканта, он просил деньги у царя под именем Адвайты Госвами, то он написал письмо царю, что Адвайты Госвами Ишвар, он несомненно Ишвар, но так получилось, что занял денег у кого-то, и поэтому, чтобы отдать занятые деньги, нужны какие-то другие деньги.
И когда Махапрабху узнал об этом, он выгнал его: «О, глупец, уходи отсюда». И поэтому Махапрабху дал совет такой. Но первый совет, о котором я говорил, то, что мы не должны говорить и слушать мирские разговоры, это Рагхунатху Даса Гасай относилось, и также не носить изысканной одежды и не есть изысканную еду. Для тех вайшнава ачарьи и какова их обязанность, Махапрабху говорил этому Рагхунатху Даса Гасаю, для них никогда не должны надеяться обрести какую-то собственность от царя. Это очень опасно. Не есть еду наслажденцев или принимать поддержку от каких-то богатых людей, наслажденцев, царей, иначе можно потерять свое сознание. В Бхагаватам говорится, почему те саду, они льстят материалистам. И вот, если нет связи с Кришной, то тогда жизнь, она бесполезна, и мы теряем наше сознание. И вот такая процедура. Мы вскоре Бхагавад-гиту будем обсуждать, я более подробно расскажу об этой шлоке. И вот Махапрабху дает совет всем, помня Адвайта Гасаю, поскольку его слуга совершил большую ошибку. И Махапрабху сказал, если ты... То есть плохо просить у каких-то царей что-то, стыдно должно быть. И также это нехорошо. И такое прошение... Мы не должны у каких-то царей или каких-то очень богатых людей что-то просить. А тем более говорить, вот как этот слуга Адвайта Гасая сказал, что Адвайта Гасая — Верховный Господь, но вот денег у него нету. Это майвадское видение. И вот когда Махапрабху говорит таким образом, то все ачарьи и все другие вайшнавы, которые там присутствовали, они поняли, что Махапрабху дает этот совет им всем. Они поняли, что Махапрабху, он говорит, что мы такие вайшнавы не должны льстить богатым людям, чтобы получить какое-то пожертвование от них. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура комментирует эту шлоку. Если даже вот можно узнать, что даже сейчас, когда я, например, еду на проповедь в различные места, у меня нет права проповедовать, но я был с Шрила Бхактивалабха Тирта Гасвами Махараджем, согласно его наставлениям Бхарати Махараджем, иногда они позволяли говорить мне Харикатху, но у меня нет качества быть проповедником, но все же можно вспомнить. Вот Бхарати Махарадж ушел от нас уже, но можно вспомнить те, кто видели меня там, видели, что я следовал всем правилам и предписаниям. И вот, в общем, те, кто были, они помнят, как строго я всему следовал, не ходил ни на какие пиры, готовил сам для себя и постился день и ночь иногда, если не какой-то чистой еды не было. Иначе, если я нарушу свои правила и обеты, я не смогу говорить Харикатху. И вот таким образом...
Если мы что-то принимаем от материалистов, то ум наш оскверняется, и тогда я не смогу говорить Харикатху. И таким образом сердце оскверняется, и я не могу уже иметь связь с Кришной, и жизнь моя становится бесполезной. Не только для ачарьи, а для всех запрещено. Это применимо для всем. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом, какие-то преданные не ходят, слушают Харикатху, только не ходят на всякие пиры непонятные, но не все могут этому следовать. И вот это особо применимо для ачарьи. Те, кто показывают идеализм нам всем, являются собой пример. Брать деньги за то, чтобы давать харинам, дикшу, саньясу, это оскорбительно. И те, кто этому потворствует, ничего хорошего не будет. Все оскверняется. Они, кто-то пытается показать, что они парамахамсы, но они не утвердились в Адвагьян Татве, они ходят здесь и там. Кто-то стремится к деньгам, положению, уважению в обществе, богатству, славе. И иногда можно... то есть и такие люди не могут быть подлинными ачарьями. Согласно Панчаратре, я уже сказал в тот день, что... Сиддхартасья таттвавид сарвалакшанахино пи ачарьяха свавишишвате. Тот, у кого есть огромная любовь, огромное влечение к процедуре Панчаратра, тот, кто следует сам всему, хотя внешне может кто-то не выглядит как ачарьи, но если он сам всему следует, то он есть ачарьи. Также из Матсья Пураны мы знаем вот эту шлоку, то, что вечная ачарьятва, она свободна от всех недостатков, не может быть никаких недостатков в вечной ачарьятве, и поэтому Шрила Прабхупад говорил, для нас невозможно. Нельзя выбрать ачарью, это невозможно, или находить недостатки в ачарье. Если мы хотим говорить таким образом, то мы майявади, значит. И вот, таким образом, как понять, что кто-то чистый вайшнав? Вы можете почувствовать, что когда кто-то... А вот если кто-то гневается на то, что его препятствует его гуру и вайшнава севе, ну, есть люди, которые хотят как-то побеспокоить это, и такие... И чистые гуру вайшнава, они хотят, избегают таких людей, которые беспокоят их в гуру вайшнава севе. Все равно мы не можем их исправить, они много оскорблений совершали в своей жизни. Даже если я буду говорить седан, то они могут слушать это как театр какой-то, но принять это не могут. И вот если у нас есть вайшнава парадхи или оскорбление Кришны и святого имени, то мы не можем чувствовать вдохновение совершать Кришна или Бхагават Севу. Для начала мы должны очистить наше сердце
избавиться от всех аппаратов оскорблений, поскольку кто будет слушать Харикатху? Если кто-то слушает, это хорошо. А если не слушает, но не может принять, что мы можем сделать? И вот можно вспомнить из Вайупураны шлока о качествах ачарьи. Тот, кто может действовать как ачарья, не значит, что Гурупад Падма написал завещание, что кто-то там ачарья будет, но это но тот ачарья может возгордиться, что вот, знаете, меня там сам Гурудев назначил ачарьей, но по действиям такого человека можно видеть, что он какой-то такой нехороший человек, в общем, ожидает что-то взамен за свое служение гуру, но так не бывает, это глупо. И поэтому из Вайапурана я привел эту шлоку. Много раз я повторял ее. Почему это уникальная личность? Он ачарья. Почему? Поскольку он совершает ачару, он практикующий ачарья, не то, что перед публикой делает одно, на людях одно, а в одиночестве другое, такого не бывает. Тот, кто следует всем наставлениям шастры в своей жизни и применяет это все в практической форме, следует всему. И в то же самое время у него прекрасный идеализм, он прекрасный характер, он может вдохновлять других следовать. И другие чувствуют вдохновение, получая наставления Шикшу и Дикшу от него. Тот, кто может, вот это слово значит, тот, кто может вдохнуть бхакти в сердца других людей. И вот если мы вдохновляемся каким-то саду, то саду имеет такое качество, чтобы вдохновить других следовать ему пример, его примеру. Когда Рупа Санатана не отправились в Пурушоттам Даму, чтобы общаться с Махапрабху, в то время они обсуждали, и вот Харидас Такур и Санатана Гасай, они говорили на вот эту тему. Ачар пучар намер коро ду каржо туми сарва гуру туми жагатер арчо in front of Haridas Thakur Sanatan Gosai speaking. И вот Санатан Госвами сказал Харидас Такуру такие слова, что кто-то ведет себя достойным образом, но не проповедует, они не заинтересованы спасать других, просто занимаются своим баджаном и все, и никак не проповедуют. Рупа и Санатана не проповедуют, но через их шастры, через их наследие, их книги. Нароттама Такур, Рамачандра Кавирадж, они практикующие ачарьи. То есть, а есть люди, которые сами всему следуют, у них идеальный характер, но не заинтересованы в проповеди и спасении других. Но Прахлад Махарадж говорит Нарисимха Деву: «О Господь, я не бессердечен». Прахлад Махарадж говорит: «Прабху, я не могу избежать их».
Я не могу избежать их. Если ты прольешь милость на меня, ты также должен пролить милость на этих обусловленных душ. О Господь, без Тебя нет никакого пути, поэтому Ты должен помочь им. Таким образом, чистые саду, гаудия саду, они заняты в том, чтобы чем-то помочь обусловленным душам. Жизнь саду, она посвящена другим, а не себе. Я недавно говорил, что Кали может прийти к чистому саду. Я могу бросить вызов. Кали может прийти к чистому саду, но ничего не сможет сделать, поскольку я уже сказал, в этой шлоке это говорится так. Садаям хидаям ясо, садаям хидаям ясо, бача саттабхушитам, кая парахитам ясо, калихи тасо каротиким. What Kali can do? Что Кали может сделать? What Kali can do? What harm? Какой вред она может принести? Тому, чье сердце чисто. Emotional speech through letters and indirectly, but be sure my heart is already melted for you all, already all the time, you know. So sadayam hidayam yasyo, whose heart is always, you know. И вот тот, чье сердце всегда думает о благе всего мира, тот, у кого нет никакого запаха, даже корысти, тот, чья речь полна истины, тот, кто всегда говорит об абсолютной истине, и тот, чье тело посвящено служению Верховному Господу Нитьянанде, всем преданным. И в этом случае Кали может прийти пытаться что-то сделать, но толку не будет никакого. Поскольку у таких вайшнавов нет никакой корысти, их жизнь посвящена высшей причине, Верховному Господу. Swayam acharati yasmat acharya steno kirtita. He is a practicing acharya. Тот, кто практикующий ачарья, тот, кто может вложить бхакти в сердца других, и это есть признак ачарьи, хотя он может дикшу не давать, но он подлинный ачарья. И вот Харидас Такур, Санатан Госвами говорит, Харидас Такур, кто-то проповедует, а кто-то ведет себя идеальным образом, но не проповедует, а кто-то проповедует, но ведет себя как попало. Но у тебя есть два этих качества, ты как следуешь всему идеально, так и проповедуешь своим примером, ты повторяешь Трилака Харинама, ты намачарья. И вот смотрите, Лакшахира была побеждена, Майдеви пришла, она также была побеждена. Она вынуждена была принять прибежище у лотосных стоп Харидас Такура. Лакшахира, Майдеви, она в Фули пришла в Шантипуре, и там в уединенном этом, уединенной пещере тоже она пришла, и она была побеждена, и в итоге Лакахира, она приняла дикшу от Харидас Такура, а Майя Деви, она тоже получила дикшу от Харидас Такура. Майя может прийти в такой обнаженной форме даже, но ничего не сможет сделать чистым гуру вайшнавам, те, кто уже
имеет трансцендентное блаженство внутри их сердца, можно пытаться как-то привлечь их, но никакого вреда не будет, поскольку их колено будет побеждено и вернется. Я не могу позволить никакого кали, я не могу оставить вам надежды неправильно понять меня, будьте уверены насчет этого. Я не могу позволить оставить вам какое-то право понять меня неправильно. Все же намеренно, если вы пытаетесь как-то недостатки какие-то находить, как-то влиять, я посмеюсь и могу в одной колпине уйти в лес, будьте уверены. Если я увижу, что какую-то политику, то я не буду терпеть это, а уйду, пытайтесь понять. Поскольку куда бы я ни шел, not that I am speaking some false philosophy. It is tested. Everybody knows. Even in Vrindavan, Govardhan, here, there, everywhere. Sujogan, everybody knows. Penniless, I started my seva. И вот Махарадж начал свое служение без копейки денег. По милости Гурварги, я могу показать письмо Шрилы Бхактикумуд Шанты Госвами Махараджа. И там он предсказал, по милости Гуру Вайшнавов, я так или иначе пытаюсь совершать служение. И какие-то мои дети пытаются помогать мне совершать Ванисеву, они получают милость. Very bad concern, you know. I can give the example from Danika Lila of Krishna. И вот все деньги, которые приходят в качестве пожертвований, мы их всех занимаем в должном направлении, и ни копейки не присваивается теми, кто на чье имя открыто счета. И вот я, пример с двора Калили, пример Наригараджа могу привести. И Кришна дал такой пример, что если даже копейку какую-то неправильно использовать, забрать себе, то мы встретимся с огромной проблемой, даже представить не сможем, насколько проблемны эти проблемы. И вот под руководством Шрилы Прабхупады я обещаю ни единой копейки, которую вы отправляете на Ванисеву или Госеву, мы занимаем это все полностью, без остатка. A single, you know, single penny for a personal purpose. So, I believe all my И я думаю, по милости Нитянанды, по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, это все увенчается успехом. И с этим настроением я заканчиваю на сегодня. Тема очень обширная, но не сегодня. Пытайтесь понять, о чем я говорю. Суджанар Бударадито Паду Джугам Джугадхарма Дурандара Патуварам Барадавая Дайя Капуя Падам Парнумами Сада Прабху Паду Падам Парнумами Сада Прабху Паду Падам Парнумами Сада Прабху Паду Падам Ванчакалпа Дурвасике Басиндабхача Патитананг Павана Вайшнавьо Намо Намо.